Все, мы дома сидим, не сидим. Слышно. После матчевого комментария, после игры МБК Николая, МБК Черкасские Мавпы, представители гостей, игрок Черкасские Мавпы Никита Руслан. Твой комментарий по игре. Ну, во-первых, хочется поздравить всех с тяжелой победой. Как всегда у нас с Николаем в этом зале очень принципиально, очень тяжелые игры, интригующие. Победить, считаю, получилось за счет того, что в перерыве удалось правильно расставить акценты и исправить ошибки, сделанные в первой половине. Вопросов нет? Спасибо. Спасибо, Зинь.